На 16 декабря магазины заканчивали подготовку к торговле без карточек. Новые единые цены на хлеб ниже, чем бывшие пайковые цены. На полках и прилавках московского гастронома номер один всевозможные продукты, продукты ненормированные, доступные по ценам каждому человеку. На продовольственные товары новые розничные цены установлены на уровне действовавших пайковых цен. Все отличного качества и всего много. Готовится к встрече покупателей и в универсальных магазинах столицы. В несколько раз снижены цены на промышленные товары по сравнению с бывшими коммерческими ценами. Не нужны больше ордера и единицы. На смену им пришла открытая торговля. На полках большой выбор товаров. Первый покупатель. 16 декабря. В центральном универмаге столицы. Каждый может себе выбрать то, что ему нужно, и то, что ему нравится, по доступной цене. В Московско-Ленинском универмаге. Оживление, которое царит во всех магазинах, сделало праздничным этот обычный будничный день. Новый советский рубль, отмена карточек, единые государственные цены – все это повышает реальную заработную плату. Сегодня это уже начал ощущать каждый трудящийся человек нашей страны. Найдет в своем бюджете средства для покупки всех необходимых промышленных товаров. И среди первых покупок сегодняшнего радостного дня подарки для малышей.